Ты, Томми? Томас Анджело. Детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? Чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Эмпайр-бэй. И вам поручили дело Морелло в первый же день? Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. Семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Поли и Сэма. Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Неважно. Живо! Ты у меня на мушке! Если нас нагонят, нам конец! Но и ты живым не уйдешь! Мне проблемы не нужны. У тебя уже проблемы, гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? Пока одна. Но могут быть и другие. Держитесь. Я кое-что придумал. Нихера себе! Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать. На ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Как там твоя нога? Болит адски. Ты разбиться хочешь, что ли? Болит адски. Как приедем, я разбужу доктора. Ну, может, и так пройдет. Все равно я его вызову. Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Таксист! На центральный остров на мосту Джулиани! Ты оглох? Я понял, но уже близко. Куда мне везти вас на том берегу? Меня достали твои вопросы! Вон еще! А, черт! Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь. Только оторвись от них. Сорвались. Гони! Твой заказ еще не выполнен! Это еще не все, давай гони! Работяги, которые тут дорогу копали, нам спасибо не скажут. Шамилу стоит тачки. Сколько вообще на встрече было машин? 4, может 5. Наверняка он вызвал подмогу. Похоже на то. В следующий раз возьмем больше, ребят. Этого следовало ожидать. Когда босс узнает об этом, он им так... Их все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. сами все свои тачки. Давай, на западный портовый мост. Разведем, да? Ага. Мы успеем. Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись. Никогда такого не делал. Я тоже. А теперь в маленькую Италию. И побыстрей. Поездка не закончена. Такого я не ожидал. Думаешь, у нас стукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. Отлично, уже близко. Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Славно. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа, только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно, спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке, пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный и живой, чем богатый и мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. После той поездки с парнями Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Эй ты, шофер! Да, мэм. Ты работаешь или дрыхнешь? Работаю, мэм. Без продыху. Куда едем? Храм Святого Михаила. Прямо к нему. И поаккуратнее. Я всегда вожу аккуратно. Редкость для таксиста. Выключи этот колтеж. Не могу сосредоточиться. Значит, храм. Разве сегодня воскресенье? Прошу, следи за дорогой. Вот здесь, возле парка. Мы на месте. Храм вот он. С вас 30 центов. Взамен чаевых я дам вам совет. Не курите в машине. Я будто в пепельнице ехала. Ага. Как скажете. Чего еще ждать от итальяшек? Я не могу без радио ездить. Найду-ка еще клиента. В галерею и побыстрее. Ага, побыстрее это можно. Останови перед галереей. Спасибо, приятель. Вот полбакса. Не трать все сразу. Я постараюсь. Почему все клиенты сегодня такие козлы? Так, следующий. Херово выглядишь, приятель. Я-то с 5 работаю. А с тобой что? Бухал. Ну ясно. Куда поедем? Маленькая Италия. 21-я улица. Ладно. Почти приехали. Я не скажу копам, что тебя выбивка несет. Лады? А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Много заработал сегодня? Да так. Меньше, чем хотелось бы. Как рынок упал. Так теперь ни у кого нет денег на такси. Чую, мы в полной жопе. Я к тебе только потому и сел, что бухой и плохо соображаю. Копы видят пьяных каждый день. Им нужны те, кто бухло перевозит и продает. Я видел, как они за меньшее людей забирали. Ну да. Если они хотят с тебя что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. У моего двоюродного брата кофейный лоток за углом. Скажи, что тебя прислал Лючио, если зайдешь к нему. Спасибо. Как-нибудь зайду. О, господи! Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Да? Мистер Морелло недоволен. Зря ты помог грабилам Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Он ждет тебя через переулок. Стреляй! Смотрите, кто это? Дино, Лу, у вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем ищи. Может, тогда вы здесь и останетесь? Ну что ж, еще свидимся. Пойдем, Лу. Спасибо. Это мелочь. Пошли, познакомишься с Доном. Доном Сальери? Да. Эта история его повеселит. Как твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Морелло пришли к Томе. Он помог нам тогда. Это такси твоя работа? Да, сэр. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышал. Ладно, Томми Анджело. Все быки Морелло торчат в его баре. Поли, ты знаешь. Конечно, босс. Хорошо. Ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелло узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Сальери. Я не подведу. Томми, вернешься? Обсудим, что делать дальше. Тебя здесь никто не знает, так что потише, лады? Ладно. Босс уже закончил? Не, можешь и дальше хер пинать. Кто этот новенький? Да шофер один. Мы ему помогаем. Что-то сильное нашел? Нет, я с тобой слежу. Понял? Ненавижу сидеть без дела. Скучище. Если босс считает, что тебе еще рано дать... Что ж поделать? Да и пора мне вообще. Сперва я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже 100 лет. Чем занимается? Боюсь, для тебя бар закрыт. Приходи позже с Поли или Сэмом. Если вам нравится, у нас такого еще много. Дон, рад иметь с вами дело. А мы рады деньгам от него. Увы, нам пора. Дорога на север долго. Если Дон захочет убить ее, то можно встретить. Хорошая идея. Мы ехали в город Уса, где гавы стояли на каждом углу. Бонжорно, Винченцо! Чао, Поли! Смотри, какой штуцер! Это кто с тобой? Винни, это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка. Ясно, что ж, чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Есть у меня кое-что. Классика! Разобьет все! Если биты недостаточно, у меня есть еще парочка коктейлей. Аккуратнее с ними. Не спалите себе волосики. Рад встрече, Том. Если Поли станет тебя прессовать, скажи мне. Я его мигом на место поставлю. Если парни тебя не прогонят, загляни ко мне попозже. Намучу тебе ствол. Если хочешь, осмотрись. Только не вздумай ничего выносить. Ральфи сидит в гараже. Он малость с придурью, но в тачках реально же. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое-то. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Поли? Нельзя-то так пугать людей! Эй, извини, Ральфи, я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже двое коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Поли, да. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил, Ральф у нас немного того. Но пригонишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой, Поли? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. И чтобы не вздумал снова бездельничать. Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод. Не понимаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь, а мы ползем на колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я Ральфа, наверняка он у моей мамаши ее испер. Да нормальная машина, не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся. Это же просто ведро с гайкой. Слушай, там в грузовике был виски? Да, новый поставщик. И вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет, но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелло, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для друзей. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Ну, наше-то пойло высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухла то, в какие заведения мы его поставляем, Том. Видел бы ты тамошних дамочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит тебе парень, который собрался сжечь машины Морелло? Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им срисовать твою морду. Или врежь им так, чтобы они ее нахрен позабыли. Мы на территории Морелло. Между кварталами Морелло и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим Маленькую Италию, а он сидит в Норт-Парке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Так, мы уже близко. Громилы Морелло ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Ага. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. Ладно, пойдем тихо. Ты же умеешь красться, да? Ага, вот так. А то есть старая гвардия. Однажды они и тебя возьмут. Если они нас не увидят, то и стрелять не будут. Босса, береженного Бог бережет. Главное, что платит он Бог. Да, что есть, то есть. А что я делаю? Что ты несешь вообще? Что слышал? Какого черта ты здесь делаешь? Ты кто такой? Я недоумеваю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Дино. Он мне приказал. Дино? По всему городу шныряют ребята Сальери. А Дино сказал тебе тачки сторожить. Как-то раз у меня была отличная возможность. Идем к машинам. Бери биту и начинай махать. Я не буду за тебя это делать. Давай, Том! Время поджимает. Ездить. Ах ты! Эй, отвали от машины! Ломи его, Том! Тебе что, жить надоело? Сейчас придут другие. Швыряй молота. Отдай тут огоньку. Вот так. Хорошо пошла. Да, это парни Морелло точно услышат. Жахнуло на весь квартал. Нам пора. Возьмем тачку Дина. С чего ты взял, что это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит, и у него крутая тачка, я уж знаю, где он ее держит. Сообщают о стрельбе и горящих машинах в Норт-Парке. Это рядом с баром Морелло. Только не возьмите его, ребят. Старые способы самые верные. Прямо в ворота! Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали! Не дайте ему драть! Вернитесь, твари! Поехали, доложим боссу. Я думал, легавую Сальери на содержании. Только некоторые постовые. А у Морелло сам шеф полиции в кармане. Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Уделать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же? Пожалуй, да. Первый раз самый лучший, Том. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машину на парковках. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебя. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. Однажды мы с Винченцо разболтались возле бара, и я стал с ними работать. 10 лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше, а Винни уже старый хрыч. Я думал, что в семью берут только благодаря каким-то связям. Брат там, или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карло. Папаша его был с Доном «не разлей вода». Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Вот наши планы. Влить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. Не возражаю. Еще бы. А что с тачкой, на которой вы уехали? Бросили ее. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух. Красота. Так ты все еще с ним? Да, типа того. Эй, босс, все готово. Разобрались? Более чем, мистер Сальери. Я понял. Садитесь. Видели Морелло? Не. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Морелло и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелло вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Хорошо. Хорошо. Поли и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык, и если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати. Пускай Морелло травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Сальери. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми. Поли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Преданность. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня... Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. Хорошо. Ты принят в семью. Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи – повар так себе. Зато его дочь Сара – Мадонна. Первое время жизнь в баре Сальери текла неспешно. Я таскал ящики и доставлял послания. Парни бездельничали и болтали о жизни на родине. В общем, мы просто ждали. Я уж начал думать, что никакие опасности мне у Сальери не грозят. Хм. Откуда ж мне было знать? Собери силами, давай, покажи ему. Хочет тебя видеть. Спасибо.